Всем привет! Ну что ж, как я и говорил, сейчас я делаю порт с консольной версии. Поработал пока что над визуальной составляющей. Console port. Нажмите что угодно. Вот как это выглядит. Я буду все это дорабатывать, улучшать. Сейчас занимаюсь экспортом спрайтов из консольной версии. Пока лишь вот это сделал меню. А также, смотрите, я, во-первых, убрал Джо, потому что его не было в консоли. А во-вторых, смотрите, я новую загрузку сделал, совсем новую. Тут Вуди идет, лоудинг. Вот, Кожа Студио представляет одна из моих аватарок, консоль порт в первые шаги. Тут Джо нет. Тут как бы тут ничего вообще нету. Вот, как я уже говорил, сейчас я занимаюсь экспортом спрайтов из консольной версии. Если вы хотите узнать, как я это делаю, то давайте тут соберем, что ли, 5 лайков.